Итак, данной конкретной задачи нас спрашивают, чему равняется f 10. Давайте посмотрим. Итак, нам надо вернуть сдачу 10 рублей. Возврат сдачи начнется с возврата первой монеты. Первая монета может быть или рубль, или 2 рубля, или кэшем. Если первая монета рубль, то нам останется вернуть сдачу 9 рублей. Если первая монета будет 2 рубля, то нам останется вернуть сдачу 8 рублей. И если монета будет 5 рублей, то нам останется вернуть сдачу 5 рублей. Причем может быть только один из этих трех случаев. Или так, или так, или так. Соответственно, согласно принципу сложения, мы должны сложить количество способов, при котором первая возвращенная монета будет рубль. И останется вернуть 9 рублей. Плюс количество способов вернуть 10 рублей, при котором первая монета будет 2 рубля и останется вернуть 8 рублей. Плюс количество способов вернуть 10 рублей, при котором первая монета будет 5, и останется вернуть 5 рублей. Но это не что иное, как утверждение, что f 10 равняется f 9 плюс f 8 плюс f. Итак, мы получили с вами формулу, которая позволяет вычислить f 10, которая позволяет вычислить, сколькими способами можно вернуть сдачу в размере 10 рублей. F 10 равняется f 9 плюс f 8 плюс f 5. Но для того, чтобы получить ответ, нам недостаточно. Мы не знаем, чему равняется f 9, чему равняется f 8, чему равняется f 5. Давайте посмотрим, что такое f 9. Согласно определению, это количество способов, которыми можно вернуть сдачу 9 рублей. Но возвращая сдачу 9 рублей, мы выделим первую монету. Первая монета может быть или рубль, или 2 рубля, или 5 рублей. Вернув рубль, нам останется вернуть 8 рублей. Вернув 2 рубля, нам останется вернуть 7 рублей. Вернув 3 рубля, извините, вернув 5 рублей, нам останется вернуть 4 рубля. Таким образом, мы получаем, что f9 равняется f8 плюс f7 плюс f4. Отсюда, в принципе, видно, чему равняется общая формула fk, когда k больше или равен 5. Итак, нам надо вернуть сдачу размером k, когда k больше или равен 5. По нашим соображениям, которые мы только что привели, fk равняется fk минус 1 плюс fk минус 2 плюс fk минус 5. Как видите, у нас есть способ посчитать любой k, f от любого значения k, кроме k равного 0, 1, 2, 3 и 4. Некоторые вещи мы уже посчитали. F от 1 равняется 1, F от 2 равняется 2, F от 3 равняется 3. Поэтому осталось заполнить эту формулу значениями F от 0 равняется 1, F от 1 равняется 1, F от 2 равняется 2, f от 3 равняется 3, и f от 4 равняется, давайте посчитаем, это может быть 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 способов. F от 4 равняется 5. Итак, мы, в принципе, решили с вами задачу.
общем виде. FK можно посчитать по формуле приведенной тут, когда начальные условия нулевой равняется 1, f1 равняется 1, f2 равняется 1, f3 равняется 3, f4 равняется 3. Давайте продемонстрируем решение этой задачи. F5 равняется F0 плюс F3 плюс F4. И это равняется 1 плюс 3, это 4 плюс 5, 9. F6 равняется F1 плюс F4 плюс F5. Это равняется 1 плюс F4, 5 плюс F5, 9, 15. F7 равняется F2 плюс F5 плюс F6 равняется 2 плюс 9 плюс 15 равняется 26. F8 будет равняться F3 3 плюс F6 15 плюс F7 26. Это будет равняться 41 и 44. F9 будет равняться F4 5 плюс F7 26 плюс F8 44 75. И F10 будет равняться F5. Так, будет равняться 5 плюс F8 44 плюс F9 70. Так, хорошо. Только здесь будет не 5, здесь будет 10. Итак, мы решили с вами задачу в общем виде. Теперь давайте напишем алгоритм, который решает эту задачу. Как на первой задаче была решена, можно решить с помощью компьютера. Алгоритм достаточно простой. Алгоритм. Начальные условия даны. F0 равняется единице, F1 равняется единице, F2 равняется 2, F3 равняется 3, и F4 равняется 10. Допустим, нам надо вычислить F7. Алгоритм простой. От I равного 5 до 3. Мы будем считать Fi по форме, которую мы с вами нашли. Равняется Fi минус 1 плюс Fi минус 2 плюс Fi минус 3. В конце вывод F. Итак, мы нашли с вами способ узнать, какими вариантами можно вернуть дальше размером K, когда в нашем распоряжении монета 1, 2 и 3. Описали общую формулу динамического программирования решения этой задачи и описали алгоритм, который решает эту задачу. В принципе, задача решена. Но прежде чем перейти к решению следующей задачи и следующей задачи, мы поговорим с вами, Михаил, небольшое отступление в область алгоритмов. Те, кто не учили алгоритм, могут пропустить эту маленькую часть. Итак, мы написали алгоритм, который решает поставленную задачу. Какова сложность времени работы данного алгоритма?